пропал, не помер. Значит, ждать будем. Вот папку дождемся. Будем вместе жить. Ну что ждать-то? Зимой сюда не проехать. Что вы есть-то будете? Деду Бога нарисую. А что, Бог желтый, что ли? Он же светится. Может, заберете Лешку к себе? Завтра в зад буду. Живете, небось. Так что дед с Лешкой у нас будет жить? Мы тут с отцом так порешили. Не поедет он больше к деду. Ага, ты папке письмо отдай. А то он подумает, что я его не ждал. Господи Иисусе Христе, спаси деда, пожалуйста. Ехать куда-то собралась? Мономор, мальчишку забрать. Сказал, придет. Значит, придет.